И всем снова привет, мои дорогие подписчики, с вами снова канал Любопыт. И вот что я вам скажу, не только бабуля Гренни коснулась новогоднего обновления, это обновление коснулось также игрушки Evil Nun про злобную монахиню, или как я ее еще называю по-другому, монашка-какашка. И как вы уже догадались, сегодня будет обзор на это обновление. Так. Что я там видел в списке обновлений? Там написано, маленько поменяли графику, добавили новые локации, это интересно, новый персонаж. Немножко также уже раз новогоднее обновление там подготовили к Новому году. Ну и еще там что-то. Я все новшества уже не помню, их там очень много. Ладно. А, и еще самое главное, новый способ сбежать от монашки. То есть, как от бабули Грейни. Раньше от монашки можно было только через главную дверь убежать, а теперь еще есть какой-то способ. Вот мы сегодня проверим, что это за способ такой. Так, только играть будем на уровне сложности призрак. Опа. Тут теперь начальное это. Так, нас куда-то везут. На такси. А, нас в эту школу привезли. Нас привезли в школу монахини. А, так вот как я здесь очутился. Это типа у нас... Начальник... Опа, монашка. Наша туехал, смотался. А монахиня нас трохнула. Итак, мы очутились здесь. Понятно. То есть добавили еще и этот... Начальный, как бы сказать, как же это называется? Заставку. Да-да-да, заставку. Так, ну чё, погнали. Так, после того, как я тут виртуализацию включил, старая книга. Это монахиня думает только о дьяволе, так. У нас тут уже все открыто. Так, ну-ка... Давайте попробуем разблокировать новый контент. Это так просто. Достижение получено. Открой секретный бункер. А, достижение тут. Так. Еще он мне тут дал. Комната с мини-игрой. Нет. Это я сделал так просто. В мини-игру мы не будем сегодня играть. Меня интересует, но вот это вот именно то, чисто обновление. Все вот эти формальности будут в следующий раз. Все вот эти вот мелочи. Ёлочка. Прикольно. Новый год же. Ха. Монашка тоже готова к Новому году. Интересно, она своим детям-то хоть подарки подарит? Они ж ей весь год одежду стирали. Ну да, подарят они. Он же там писал, если мы стираем одежду быстро, то у нас всегда есть приз. Так, немножечко тут пошалим. Так, что у нас тут? А тут пусто. Это мы так просто. От нечего делать. Вы не сможете мне рекламу показать. У меня аж интернет отключен. Мозги. Так, ну вот зачем мне, интересно, нужны эти кассеты? Кто-нибудь знает? Так, а в унитазе чё? В унитазе больше нет труселей. А, ну это, видимо, надо открыть. Разблокировать новый контент, чтобы они появились, скорее всего. Понятно. Так. Я могу шуметь тут сколько влезет, потому что монахиня-то меня не видит. Всё, я теперь перед игрой... О, бежит.
залезла туда уже. Лохундра, блин. Она их не... Да, и интернет я отключаю, чтоб этот... Ну, чтоб рекламу мне не сували. А то мешается. Так, а вот и монашка. И она нас не видит. Это очень хорошо. И все шкафчики пустые. Непорядок. Доски. Ее нельзя убрать, что-то держит. Опа. Значит, за досками какой-то появился секретик. Думаю, его надо открыть. Для этого доски надо отодрать. О, а вот и лом. Так. Опа. Laundry downstairs. Ха, врач. Это чё? Я что-то слышал? Это же звук двигателя машины. Мотор. Понятно, значит, сюда кто-то еще приезжает. Возможно, это и есть тот самый новый персонаж. Опа, дыра. И что? Нет места, чтобы удалить предмет. Так, а что нам тут-то делать? А, ну и на кой нам эта дыра, и что она нам дала? Можно просто посмотреть в эту щелочку. Ладно. Так. Идемте наверх. А там монашка уже носится. Так, ну-ка. В этом шкафу у нас что? Пусто. В этом пусто, в этом пусто, в этом пусто. И в этом тоже пусто. Идемте тогда на кухню. Так, что у нас тут? Нифига, нифига, нифига. Так, нет, это желтый ключ. Ну и на кой он мне? Не знаю пока. Так, о, маленький кабель. Вот мы его и нашли. Включаем переключатель. И идем в секретарную. Что тут у нас? Эй, есть интересненького. Ничего. Это еще одна кассета. Я не пойму, нафига мне вообще все эти кассеты нужны? Так, дырку в стене я расфигачить не смогу. У меня потому что нету метлы. Так. Окей. Ладно. Двигаем тогда наверх. Тут уже он монашка бродит. Что у нас тут? Тут ничего, только эта кассета. О, метла. Мы теперь из школы можем смотаться, но это старый способ. А меня интересует новый. Так, ну здесь вообще пусто. Классы. Тут тоже ничего нет. Окей, значит, нам надо идти в спортзал. Ну что ж, отправляемся туда. И лом прихватим. Сейчас он нам понадобится. Так. Ой, я же еще забыл вот эту комнату проверить. А точнее, комнаты. Да, кстати, я заметил, лагать перестало после того, как я виртуализацию включил. Вот и хорошо. Производительность действительно улучшилась. Больше никаких лагов. Рвануло. Монашка, какашка. Давай, бегай, бегай, все равно ты меня не найдешь.
Тупая лохундра. Так. Опять этот звук машины. Я теперь понял, как мы от нее умотаем. Мы уедем от нее. Тут ничего нет. Монашка. Какашка. Так, ну значит нам туда. Раздевалку и в туалеты. Так, а, закрыто, точно. Так, здесь у нас, может, есть еще что-то полезное? Или вообще ни хрена нет? О, и вентиль убрали. Да, и, значит, я прав. Труселя, наверное, можно будет только с какой-то этой достать. Я, блин, их убрали уже, а я так и не разобрался, для чего они нужны. Так. Лезем туда. В этот туннель. Так. Чё-то новыми локациями пока и не пахнет. Опа! Люк! Ну-ка. Использовать. А, окей. А, вот, использовать. Ага, могу войти наверх. Так, монашка пришла. А, видимо, это тоже шумит. Так, тут у нас кукуруза, но я уже сказал, она нужна для мини-игры, в мини-игру мы играть не будем. Так, я могу его без лома открыть? О, могу. Так, значит, лом мне не понадобится. Опа, катакомбы. Здесь, ай, здесь заблокировано, здесь пройти нельзя, понятно. Мы потеряли один день. Но теперь-то мы знаем. Ясно, туда ходить нельзя. Начхана тебе. Ясно, поход надо, значит, в этот. В зеленую идти. Там, где зеленым горит. Идемте же поскорее. И еще, кстати, хотел сказать. Сегодня мне уже вроде как должны прислать ответ на подключение монетизации. А мне что-то не присылают. Хм. Мне кажется, это к лучшему, потому что если бы у меня реально бы нашли контент, защищенный авторским правом, и контент, и мой канал действительно нельзя было бы монетизировать, то мне бы уже прислали сразу, типа, вы используете чужой контент. А теперь я указал все ссылки, какие там надо. И теперь, видимо, их теперь проверяют эти ссылки, что я там указал. И надеюсь, что в этот раз мне уже монетизацию подключат. Так, ладно. Туда нельзя. Значит, нам туда. Поплыли, юху! Мы плывем, опа. И... Так, в новое это... Люк, опа. И куда это мы приехали? Пришли. О, машина! Автобус какой-то. А здесь, а в нем багажник полной одежды. Так. Вот, если бы он был пуст, вы могли бы спрятаться внутри. О, а это кто? А, вот что за новый персонаж. Это прачка какая-то. Да, интересно, она... Она на нас будет нападать, если включить такой, или нет? По-моему, она безобидная. Так. Кнопка. Ага. Так мы закрываем. А-а-а. Ну-ка, мы тебя закрыли. Ага, она нажала кнопку. Понятно. А эта кнопка... Тоже. Закрывает. А, так, она уже залезла в свою машину. И уехала. Понятно. А, вот что за новый способ сбежать от монашки. Уехать вместе с этой прачкой. Понятно, так, закрыто на ключ. Опа, желтый. А, теперь я, кажется, понял, для чего мне нужен желтый ключ. Так, а здесь у нас что? Так, это... А, теперь вот где находится дверь в прачечную на самом деле. И открыть нельзя ее. Да, надеюсь, разработчики когда-нибудь сделают эту локацию, чтобы можно было туда спуститься. Это ведь самая загадочная локация.
Так, а наверх, если пройти, тут дверь. А, я понял, что это за дверь. Теперь я понял, наконец, что скрывается за дверью в прачечное. Наконец, ну, я имею в виду та, которая рядом с лифтом. Вот та самая дверь. Но прачечная располагается, оказывается, вон там. Да, жаль. Мне бы хотелось пробраться в нее. Так, ладно. Нам нужно вернуться назад за ключом. И еще я видел новый способ умереть. Теперь я понял, какой. Нужно осторожно ходить, чтобы эта прачка тебя случайно не переехала. Все, погнали тогда за ключом. Возвращаемся. Так. Ну все, погнали. Ключик, 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 ключик. Он у нас наверху. Монашка тут бродит, ходит. Так. Где наш ключик? Вот он где. Ну а теперь рванули назад в катакомбы. Это не знаю, даже не... Это я просто так называю прачкой, хотя... И настоящие прачки тут дети, они ведь стирают. А эта монашка, вот эта вот вторая... стоять, куда? Есть же способ полегче. Она просто забирает белье чистое и отдает им на стирку грязное. Так. Так. Она приехала или уехала? А, еще только приехала. Вон она. Чешет. Открыла свой багажник. Так. Мы открываем дверцу. Что тут? Горшок с краской? О! Теперь я понял. Сейчас мы испачкаем эту одежду. Ты испортил одежду в багажнике. И она отнесет эту одежду на стирку. Тут-то мы от нее и спрятались. Вот тут-то мы и залезем в багажник и уедем вместе с этой монашкой-подругой. Так, стоять она. О, она спускается в прачечную. Может, и мы сможем проникнуть туда. Так, ну и что ты тут ждешь? А, и все? Блин. Я ожидал чего-то большего. А, не, она, видимо, говорит детям... Давайте, я пришла. Давайте мне чистую одежду. Так. Ну давай бегом уже. Не заставляй меня долго ждать. А то я уже, не знаю, ждать как-то надоедает все-таки. Давай, давай. О, вот это да. О, все, давай, уноси грязную эту одежду. Давай, давай, неси, 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 бегом, бегом. Давай, 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 давай. О, все, и залезаем в него. Все, пока-пока, монашка-какашка, сейчас мы уедем от тебя. Так, а, она пошла своим детям, типа, говорить, давайте, стирайте одежду. Давай, иди, давай, не заставляй меня долго ждать, ты там сейчас опять застынешь. Давай, давай. Вылази. Иди уже, заводи мотор. О, во-во-во-во-во-во, давай, давай. Все, она закрыла. Достижение получено, покиньте школу через парковку привидения. Ну все. Она закрыла мотор, и мы уехали. Аллилуйя! Пока-пока, монашка-какашка. Ну вот мы и уехали. Ты сбежал из школы. Так. Ну чё, всё?
Продолжить. Назад в меню. Так, ну и на этом, наверное, все. Следующий видос уже будет по Бенди и чернильная машина. А ролик по монашке-какашке подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте лайк, и скоро будут эксперименты над папкой Гренни и над монашкой. До свидания.